23 февраля в СКК Блинова состоялась прямая трансляция закрытия Олимпийских игр. Площадка городского празднования «Лайфсайт» с большим экраном и качественным звуком помогла мячам перенестись на сочинский стадион «Фишт» и вместе с миллионами зрителей по всему миру попрощаться с 22-ми зимними играми. Выступления творческих и музыкальных коллективов, конкурсы, интерактивные игры «Ну, погоди» и «Angry Birds», полюбившиеся талисманы «Зайка» и «Мишка». Все это создавало праздничную атмосферу, соответствующую духу Олимпиады. Мы проводим здесь «Лайфсайты», открытие, сегодня закрытие. Я думаю, что это самое незабываемое. Ну и гордость за страну, гордость за наших спортсменов. Поэтому будем стремиться еще расти чемпионов омских и поставлять их для сборной команды страны. В СКК Блинова собрались самые ярые болельщики. Те, кто переживал вместе со спортсменами их неудачи и радовался долгожданным победам. 17 напряженных дней и бессонных ночей, и результат – первое место в общекомандном зачете. Столь триумфальное выступление на домашних играх подогрело омичей прийти воскресным вечером на трансляцию закрытия игр. Конечно, мы ожидали побед на этих Олимпийских играх. Ну, золото, конечно, первое место – это очень большое событие, хорошая победа. Все ждали, все надеялись. Хочу посмотреть закрытие Олимпиады. Бывшим я спортсмен, когда-то занималась лыжными гонками, выступала за сборную политехнического института, поэтому мне это очень интересно. Я знал, что в городе Омске тоже установлен такой же экран, как и в Сочи. И сегодня решили, не смог попасть на закрытие в Сочи, решили посмотреть здесь, приобщиться, так сказать, к драйву, к адреналину и почувствовать все это, потому что смотреть дома – это не так интересно. Как вам шорт-трек на Олимпиаде? Ну, вы знаете, это история. Это прорыв, который был сделан за последние, ну, порядка, наверное, 4 лет. Мы постепенно шли к этому результату, безусловно. И я, в свою очередь, наверное, внес небольшой вклад. Но, тем не менее, то, что сделали наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи, это бесконечный прорыв. Такие результаты, я думаю, не предполагали ни чиновники, ни сами спортсмены. Уникальный и масштабный проект «Лайфсайт», объединивший всю страну от Хабаровска до Сочи, приблизил и наш город к Олимпиаде. В памяти омичей надолго останутся яркие красочные шоу «Открытие и закрытие игр», впечатлившие весь мир.